Звезде позбивает Дуат, а трусиком позбивает Донт. И все. А с последней позбивает, который без метки, Кексит. Там еще один живых пришел. Оттанкил его на себя. Пойдемте сразу налево. Пойдемте налево. Ломаем систему. Да. Надо что-то в жизни менять. Чтобы ВК... Не законно? Чтобы закрыть ВК, нужно мыслить нестандартно. Да, и меточки ставить нестандартно. Мужские гены в Невере проснулись, налево решил пойти. Так же то же самое делайте, короче, как и назначал. Будет вам счастье. Там еще одного жмыха привели. Блять, че? Костылицы бейте им. Абдулай, сядь на чей. Я на него снял, там умрет сейчас треугольник. Абдулайл больше любит на бутылке сидеть. Ну, это да, но что делать? Иногда пересаживаться приходится. Не бежать. Неутомимо я пришел. Блин, во второй рейд уже надо. Короче, что так. Ну, он там писал, что-нибудь, что вылетало, как бы, но... У него свет оффнули. Буквально на 10 минут. У нас, блядь, какое-то сильное уже перенаселение, блядь, и перенаселение не тем, чем нужно. А с левой стороны сейчас придут еще. Ждите, ожидайте. Я сразу бегу на меня. Ты на пол, что ли, дал? Ну, конечно. Ой, ну имба. Я себе треугольник поставил. Имба знать, как кнопки нажимать? Конечно. Понимаю. Абдулай, ты сядь на печеньку, сейчас поставлю тебе его. Я дамаг ебанутый. Какого хрена ты армс? Упс. Дон, забери печеньку. Что делать? Не делать так больше. Еще одну рыбу поставил. У меня забагались метки, спасибо тебе. Тоже. Риот прописал. Ну и все, значит, ты ставишь метки. Фласки лукашные выпили, все у кого. Почта кому нужна, и Дживса здесь же поставил рядом, с левой стороны. Я так буду босса бить. Питомцем? Угу. А, по меточкам, исполин, ты на череп, еда, ты хилишь луну, квадратик, рейд. Идеальный хилит, треугольник, череп, крестик. Карас, ты на крестике. Эйлер, ты на треугольнике. Может, я исполин на череп. Исполин на черепке. Ну, треугольник это... Нет, на луне я буду стоять. А на квадратик у нас встает
Он хочет афкашить. О, давай, ты на квадрате встанешь. Все, по костам. Дуат, череп, я, луна, Рокси, треугольник, Вовбро, крестик, кексит, квадратик, дрейнер, луна, обдувай, треугольник. Ой, сейчас, подожди, дай вылезу в станка. Я жарм. Ну... Ну, поставь. Какая у тебя метка? Ну, он даже не запомнил. У тебя луна была? По-моему, я по второму кругу тебя назначил, так что нормально. Жмет кубы Эльдер, Карас, Исполин, Шоуэ и я. Паски выпить, не забудьте. Дуат, как я с ним готовы? Готовы. ДБМ ставлю. Ауру коня поменяйся. 5, 4, нормальная аура. 3, 2, 1. Чай, Дуат, нажимай. Квадратик добейте. Тут даже павших не будет. Это 4, да. Между бомжами. Сколько там до пула? Можно успеть куртя не подать? 50 секунд. Да, успеешь. Еще ремонт успею доделать. Начать это делать. Это где ты? Кто-то на квадрате там вопрос задает. Кто на квадрате? Плюсик поставьте там. Шоу квадрат. Истерия дашь? Спло будет истерия. Гера нужна будет. Трейнер нажмет, я далеко. Десять секунд, вспышка пишет. Готовимся. На пол, дашь под этот? Угу. Thank you.
У кого-то будут проблемы с кубами, говорите заранее. Войд, дай иннер, пожалуйста. После откидывания будет. Нажали. Нажали. Отлично. Наверное, прохилите 10 секунд вспышка. Подготовимся. Чем добивайте босса. Наверное, где-то мы уже ловишь. Да, подбегаю просто. Я ж не мирик. Идеальный минимум оброс. Да мы убьем 500 тысяч осталось. Дрыщ. Хренел. Ну наконец-то. Т4, блядь, 4 будет. Донт, мне надо будет без 10-9 где-то свалить на минут 15-20. Да, блядь. Хорошо. Новая практика. Да, у меня малая работает до 9, надо с работы забрать. Ну, пошел бы сразу во второй рейд. Так она и завтра работает. И в воскресенье работает. Второй рейд после этого рейда. Второй рейд после 10. Все, блядь, что-то я тупанул. Ну ладно. Не, но в расписании стоит то, что он завтра, кстати. Ну вот именно, я расписание смотрел. Я один день ставил. Если глянка никому не нужна, я бы взял. Сейчас а чё, на трансмог можно? Чего, у меня стоит 10 и 10. Оба 10. Он не работает, в этом, чем не знаю. А, понятно. У меня то, что время плюс 2, у меня поэтому показывает 11. Дайте мне, ну, дайте, мне дайте. Угу. Это. Ой, пизда, сейчас будет. Да, это с рерасу. Голова, по-моему, нужна. Вопрос серьезный. Что, когда-нибудь я ее утону или нет? Ой. Не, если она тебе прям. Если она тебе прям очень нужна, то забирай. На самом деле нет. Я ж танчу. Роксику дайте. Да я думаю, сейчас я... За ГП, фу. А можете линкануть агильное кольцо, если есть у кого-то? Ну, оно... А, меткость.
Желтый сокет, меткость, да. Сейчас я посмотрю. И 70 агила. Сейчас с ВКшным сравним. Ну, в ВКшном это РПБ. Нет, он это забирай, что. Литл. Ты что, умер? У тебя гудлик. Токен полутал и умер. Ну ты. Не, поля... нихуя. Я пошел его открывать. Уродец. Надо, ну, типа, чарка там, хуярка. Не, вонючий токен. Я пока никому его не отдал. Ну, вы все с места вышли, я не могу передать в места его. Я его себе закинул. Кого? Колечко. А. Дон, так Лефу забрали? А, нет, тоже у меня лежит. Если можно, на успех. А это кому? Карась. Боже мой. Ну ладно. Она никому не нужна все равно. Ну. Открой свое сердце свету. Да, 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 колечко с ГПшкой, колечко. Да, кто там у меня пытается забрать, я не пойму. Что у тебя забрать пытается? У кого-то приор там выше, что ли? Нет, приор нет ни у кого выше, чем у Обра. Ну и все, я говорю, я уступлю только Донту, а так забираю. Не-не-не, я это забираю. Нет, следующего рейда утону. А что, тебе Вовпро надо, что ли? Ну, конечно, ты бисовое кольцо. Оно у тебя не мод до сих пор, что ли, блядь? Нет. Охуеть. Я же копил на топор, блядь. Их залутал, блядь, так никак, но. Твой не выберусь из жопы, блядь. Вот опоя. Бой, здоров. Здоров. Ну, здоров. Спасибо. Слава Советскому Союзу. Слава Сатуне. Так, а чё, у нас Алока нету, да? Мне придётся выходить, пойдёмте выйдем. Да, ща. Ну, а там дрищ должен быть. Дрищ летает даже. Да, подъехал. Так что, есть вовк вести или нет? Я уже полпути вовка выкинул, прилетел. Сейчас захожу. Что есть или нет? Ну, лок вести есть уже или нет? А, не знаю. Рядом, рядом. Ну пиздец, ёпта. А кто небер там сваргается? Там у кого-то... А, микрофон, да, это мутить. Там горно кого-то. Это было очень далеко, я выкидывал очень далеко в другую комнату. Подливы из носа херачит, нахуй. Не, ну типа очень-очень громко было, если далеко еще так. Этот, блять. Идеально, ты так хилил, да? Вот в таком шоте? Ты ПВПшник был, что ли? Ну, он переоделся. Он, наверное, переоделся, чтобы из инста выйти. Спокойно. Че, у кого сколько сегодня градусов был, утром было? 18. Я не пил. Минус 27. Я охуел на улице, нахуй. Честно. Не знаю, в шортах гоняю. Живу на Мальдивах. Кексит, луна, дуат, звездочка. У меня машина кое-как завелась, блядь. Здесь машина? Угу. Какая? Честно сказать. Да, скажи честно. Мерсик. Какой мерсик, блядь? Акцент, блядь. Что ты расскажешь? Мерсик, блядь. Нахуй акцент, блядь. Хундай, блядь. Какой-какой. Солярис. 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 Лучше уже акцент, получается. Ребят, что с костами? Где Дуат? Боже мой, Дуата нет. Пол рейда нет. Никто не понял. Ты побежал пулить. Я его не сбил разок. Но вы так долго сумонитесь. Ребят, вопросы к вам. Танк идет, значит, это все. Все должны быть здесь. А, то есть можно было не понять. Конечно. Я предлагаю не хилить в следующий раз этого гуся. Какого? Меня там? Меня можно не хилить. Сбейте его, нет, следующий каст. Сбейте, сбейте. О, хорош кто-то. Я следующий собью луне. Войт.
Хочешь потанчить? Я хочу фантом. Фантом? Я боюсь, что тебя только на один каст хватит. Ну и что, вам этого мало? Вы же топ-дпсер, нет? Так, пора КБ ограбить опять. Рыба закончилась. Бля, еда-то неплохо одета относительно. Ты голову хочешь? Точно, держи. Я вспомнил. Да, у него или у нее мои ноги, блядь, СК. Так это, если на нем надето, получается, это его или ее, а не твои. Ну, так я же уступил место. Ну так как уступил, блядь? Мне нахуй послали. Потому что ты токсик. Я? Да, ЧСВ. Кто у нас тут идеальный? Давай, твой бафчик меня первый, потом Эйлер, потом Исполин. Крутой гном, я, короче, по Сузи дам МК. Ну, да, пусть... вот эти. Ну, ладно. 45-й латные ноги, да, ты про них говоришь правильно. Это те самые, которые Гарику нужны были. В которых 103 выносит, 103 интеллекта. И две дырки. Ну, Войт троих держит, я двоих держу. Ух, не тяло, коня. Да, погоди, Рок, что-то все помогало. Коня воздаяние поставьте, пожалуйста. Подожди, посмотрите на идеального. Идеальный, что с тобой? Наконец-то пять. Говорил, инеем покрылся. Голубой. Народ, старый уже. Старый, блядь, с вами. Орел, седой. Нет, слышно вообще, нет, товарищ. Слышно. Набейте кулак поваром. Ну, как сам с собой. Этот, идеальный, в целом у нас есть пати гейская, 10 паладинов будет, но тебя можно взять, потому что тоже голубой немножечко. МП5 помогает, нихуя. Будьте добры. Вот, ты там блокаешься, да? Или дисконнектнулся? Я на другой АФ. Ну, хорошо. МП5 помогом. Не спасет. Там быстрее мана заканчивается. Давайте, у нас 5 паладинов в рейде. Все так, правильно. Еще раз, первый идеальный, потом Исполин, потом Эйлер, потом Исполин. У меня бафчик на резист. ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Геро? Да, обязательно. Умерия сорвал, сейчас прилетит, в тебя губу нажми. Я не успел. Спасибо. Как ты сорвал того, которого ты не бил? Т4. Понятно, кстати, да. Да что-то дико там разгон был. А Найт Эльфа, конечно, имба. Я всегда умирал тут. Я глыбу не увидел, оказывается, у нее тут, блядь, макрос на глыбу. Ну да, у нее макрос, который нажимает и снимает. Типа два буквы нельзя делать. Второй секрет. Просто так можно нажать на обычную глыбу, тот же самый эффект. Да. Да? Да. Но я не эксперт за магов, из них не знаю. У меня есть твинг, но он голый. Ну вы когда это идет? Залейте инр, пожалуйста, по умере. Что у нас так мобы стоят странно? Я думаю, что... Сейчас вот я как так. Короля заберу. Перестанет крутиться он.
кстати, Исполин, как у тебя там ДКшка поживает? Нормально ДКшка поживает. 4Т4 положено. Ну, здорово. Я понимаю. Араса. Раса? Раса и Ридар. А почему его в гильдии нет еще? Надо? Конечно. А зачем он здесь? Будем второй ВКшку запускать, может быть не Ануба, но до него доходить. Исполин там уже потихо вступил. Да, куда-то. Уже в другой гильдии. Не гнал туда. Ну ничего удивительного. Я так и подозревал. Загулял там и все. Угу. Зал тебя, да, тусуешься? Да нет, там дневная гильдия в 4 часа. Ну, как раз таки к залу так и рейдит. Не-не, не к залу, там конгломерат. А как СПКР? Ой, СПКР рейдит днем, у них есть статус. Может, ты туда ступит? Не, я же говорю, как конгломерат. Да, но СПКР лучше, по-моему. Кто, ну, кто такие вы, кого? Не знаю, я их не знаю, поэтому я к ним не, точно не знаю. Кого? Из Пакирта не знаю? Это старая гильдия, на X1 я не играл, а просто конгломерат. Кто такие, еще играл на X1, их не знаю. Ну, они на Альянсе были. Так, Асгард тоже на Альянсе был. Я тоже не помню, куда играл там. Вообще, без понятия, что скилли. А Энигма на X3 был или на X1? Наверное, вот мы же тоже на Альянсе, и нас никто не знает. Ну, если нас не знают, нас, ну, называли раньше, по крайней мере, очень хорошие гильдии. Бывает слава. Да. Но уже говорят обратно. Под пиво сойдет. Интересно, мне пол лица сломал, а эсфира не выгнал. Чё, Донт, падает пуха на тебя, не? Давно уже пора. Да не, я не возьму. Я её уже не брал, эту пуху. А, у тебя другая? Да, мне меткость нужна. Мне нужен этот X10 сундук, топорик. Либо, ну, ИВК-10, либо этот ИВК-25 с ловкостью. Еще лучше. Ой. Извиняюсь за кашель. Нет. Токен бесполезный, да, у нас получается? Мне нужен карасю. А были какой нужен? Ну... А были. Сейчас плечи упали, а ноги стопудово не упадут. Так, ну, а ролл-то есть у тебя карас? Кто у меня? Ой, иди танкуй, пока. Карас ролл идет. Ну, тем не менее, ролл-то кидать надо. Донт, замени, пожалуйста, да, это мягко. Зачем? Ну, я сейчас, мне надо-то ехать на минут 20. Ну, я отъезжаю уже. Отъезжаю, все, конечно. А, ну все, окей. Хорошо. Смысл кому-то вешать, типа, на середине места? Ну, все, я понял. Хорошо, ну я скоро буду. Давай. Спидометр только с фоткой, чтобы мы видели, на какую скорость ты едешь. Если будешь ехать медленно, то ГП получишь. Сколько надо ехать? 120. Не знаю. Медленно, о, это сколько? 30 км/ч в час. Я потерял кнопочку, какая-то была. Это было. Три, что это за сделки? И хую. Донт, мне на Эйлере спекнуться в Элимор? Да, да, давай. Да тут можно в целом и этого, и карася перегнать. Тут в три хила спокойно проходится.
Ярлик давно уже должен найти инсты и в соло хилить. Согласен. Не такой идеальный получается. Беда может в ретрика. Все нормально. Блин, ну идеально, конечно, тяжеловато танков поднимать будет. Так уж и быть, типа, нужно ему какой-то этот... Ну да, без шамана, без паладина. Паладин, оставайся в танковой, в холике. Что, Дон, да ты не хочешь сегодня? А, или ты сегодня первым статиком в ВК идешь? Не-не-не, я сегодня две охоты веду, куда мне тут еще что-то больше. Ну, а звездочки сбивает Дуат, стоп, звездочки сбивает Дуат и Кексит. На Луне? На Луне я. Хорошо. Этот, сегодня предлагаю собраться, вот 10 паладинов, как планировалось. И ВК будем просить. Что, зря набирали вас, что ли? Ну его, а то потом говорят, ВК никто не берет, да? Ну да. А я беру. Пинг пати. Потом свою гильдию назовем Розовый рыцарь. Можно? Ой, да таки да, ты же уже записан, ты же уже плюсовал там гильчате. Дайте ребаф, пожалуйста, помогу. Или вообще фу. А другие там тоже. Войт там тэшит. На него на пыло кидайте. Я по вторым по агропу сижу. Постараюсь, по крайней мере. Ой, на пыло сижу и гуманоидов нажать. Да он так глефу дашь? А вот. Гарик, обновим-ка, по сути. Да, 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 сейчас. Чем мы ждем? Не знаю. В Ангрисе что-то... А, он просто далеко убежал. Эмпа, зачем было выходить Литлу? Ну ладно. Мог бы выдержку полутать лишнюю. Угу. Так, все, все готовы. ДБМ ставлю. Войт, ты пуляешь. Скажи, две. Три, два. А, кому дрищ себе до волоса дать надо или что? Это классно, да. Игра крашена. Ну не заходи. Что? Не заходи. На пулу, на мишку еще нужно. КД. Нейвер. КД? Так, мне не показывают. У меня тоже. Я просто один руник дам и сагрю. И сагрю. Это 4 отдал. Геро? Да. Все равно напуливайте на мишку. Вообще я просто помню. Так, ну блин, ну есть. Получится. Душного. Ай дайте сальву по Рокси. Шова, закинь. Шова в Рокси, в Ферала Секси, вторая пати под. Флэш в Овбро. В принципе, нормально попробует. Бля, Рокси что-то дамажит прям. Так он, блядь, ну, он заряженный. Да он с кашкой здесь. А тебя, кстати, это вытянуло. Все уже. То, что можно заходить. Ну да. Только не лутайте, он может зайти и шмот взять. Не тыкайте лишний раз по боссу. Да не, нет, если никто не тыкнет, нормально получит. Там такой палец болит, одну кнопку тыкать. Вам. Давай, отмазывайся теперь. Тяжелая жизнь мага. Вообще пиздец, блядь. Почему зорки не дамажит? Непонятно. Вот, да, теперь объясни.
Почему у них у всех разный дамаг? У Мери, у Сузы и у Зорко, если там одну кнопку нажимать надо. Кто-то меди не нажимает. Да. Сильнее нажимать надо. Это самая быстрая кнопка на Диком Западе. То-то-то-то-то у Мери, а топ ДПС. Идеальный, лучший просто. Ух, чуть не отлетели все. Пусть мне не мотой это подбежал. Дошел на ловушку. Угу. Такая подстава, да. Так я еще на реактивных ботинках залетел. Я, наверное, у Гудлика до сих пор там вот. Он мне чест же кинул. Но не понимает, что на Умере есть. Че, Гудлик? Гудлик подкатывает тебя там? Что? Гудлик тебе подкатывает там на Умере? Да конечно, он мне письма пишет, любовно. Пиздец. А, ты на этом, на Линф? Это ты только догнал, что ли? Это, скажите, как... Короче, босса не утачь, пожалуйста. Рассказали. Не утайте босса, пожалуйста, я уже говорил это. Пожалуйста, не утайте. Пожалуйста. Спасибо, брат. Всех слава, Гудлик. Да, всем лутайте босса. Не лутайте босса, пожалуйста, ребят. Босс лутаем, нет? Как умрёт, сразу лутайте. Не лутайте, пожалуйста, ребят, ну правда. Ты первый лутнёт, там у 200 ИП, да? Ты какие боссы просто нахуй. Слушай, Чика, зальёшь этот? Что ты там говоришь? Не лутайте, ребят, пожалуйста. Ебашь, да, он как последний раз, как рыба, блин. Хорош. Дэмор, тебя слышно? Блин. Гудлик. Брат, так я это... видишь, я всех уговариваю, нет? Да мне только сейчас дошло, что это Чика Бомбони. Правда? Да, это я. Ники все придумывают, блядь. Вообще... Нормально, Ники, чего мне нравится, блядь. Эмилия Годекс. Ну, в принципе, неплохо. Эмилия Годекс? Чика Бомбони мне говорить очень нравилось. Да. Ладно, я поменяю. Урок, все, что мы налили? Да. Мы все на Умере, да. Интересно. Мы все на Умере. Опа, а Буламов, что там делает? Откуда у меня комп находится? Ну, бля, вы у Брома проебали стакиста. Исполин, да шо? Обмазываешь. Да что, эта штука работает, типа, если у тебя 1400 РПБ надо все равно расколбишь? Конечно. Босс же... Ну, короче, у него рукая броня. Понял? Чем? Там же, типа, проценты, там, не знаю. Босса не лутайте. Заходи, заходи, не лутайте босса. Кто лутанул, по-моему. Но это не точно, не жмите пока. Не лутанул. Я видел, кто. А, ну понятно. Ну, а что там упало? А все, лутанули уже. Попал один разбойник шамана. Ничего не упало, считай. Кто, блядь, лутанул, нахуй? Я знаю, блядь, кто это лутанул. Кексит. Там нашли уже. Влетает. А, все сразу с инста вышли. Давайте. ТП-шку куда угодно сделайте, лишь бы не в инсте были. Суза, вот это тренинг, что ли? Это глаз грубо тебе нужен? You're feeding him. А чё? Дрищ, ну это... You just killed it. With your team.